Техника сибирского кулака достаточно разнообразна, что позволяет решать самые разные задачи. Быстро и качественно справляется с противником в различных ситуациях. Освоив основные темы и приемы в них, старайтесь на дальнейших этапах своей подготовки проигрывать различные ситуации, с которыми военнослужащий может столкнуться в реальной боевой обстановке. Чем больше проигранных ситуаций, тем вероятнее, что человек правильно себя поведет в экстремальной ситуации и окажется победителем. Учитывая тот факт, что ситуации сами по себе не повторяются в этой жизни, старайтесь отходить от понятия «прием», пользуясь не приемами, а общими техническими действиями. Это позволит более свободно выходить из разных ситуаций. Ситуации стоит моделировать с точки зрения изменения обстановки, с различным видом оружия, подручными средствами. Помните о том, что чем ближе создаваемая ситуация к реальной боевой обстановке, тем лучше будет подготовлен боец. Перечислим основные технические действия, которые используются при проигрывании ситуации. Удары, как техническое действие, блоки, защита корпусом, захваты, освобождение от захватов, броски, удержание, воздействие на суставы, воздействие на уязвимые области и точки человеческого тела, круги, спиралевидные движения, рычаги, использование силы движения противника против него. Демонстрируется работа по ситуации. И не бойтесь отходить от стандартных приемов. Проигрывать старайтесь с точки зрения не только поражения, но и захвата в плен. Тренируясь по данной системе, рекомендуем работу строить не только с точки зрения защиты, но и с точки зрения нападения, с точки зрения инициативы в атаке. Помните, что только решительным наступлением можно добиться победы над врагом. Оборона является всего лишь вынужденным видом боевых действий. Так трактует боевой устав сухопутных войск. Основные правила при проигрывании ситуации будут такими. Приемов нет. Работа по ситуации. Удар или движение из любого положения. Волна. Переход от одного неудавшегося движения к другому.